Канал Бодимания и Victory Distribution представляют. Теперь ты в теме 3. Новая жизнь. Всем привет! Вы на канале Бодимания. Считанные дни остались до начала нового сезона проекта «Теперь ты в теме». Сейчас плотно идет подготовка к новому проекту. Сегодня состоится кастинг на ведущих. Мы вас приглашаем посмотреть, как все это происходит изнутри. Поэтому оставайтесь с нами, будьте в теме. Первая и вторая части проекта получили известность во всем русскоязычном интернете. Новый сезон обещает быть еще более насыщенным событиями и неожиданными сюрпризами. Для большей концентрации на подготовке в этот раз участники будут под контролем тренеров круглые сутки. Все условия для проживания организованы компанией «Привет Хостел», а последние две недели проекта финалисты проведут за городом в парк-отеле «Софрино». В этот раз ребят ждет еще больше тренировок в одном из лучших столичных фитнес-клубов «X-Fit Чистые пруды». Все участники разделятся на 5 команд, которые будут представлены ведущими брендами спортивного питания. Для выбора ведущих проекта мы провели отдельный кастинг. Оценивали таланты ребят известные актеры, спортсмены и шоумены столицы. Если я не стану ведущим, я уеду домой в Екатеринбург. На самом деле пойду на кастинг. Теперь ты в теме «Новая жизнь». Буду пытаться там пытаться пробиться. Так как это шоу, любое развлекательное шоу, какая бы тема ни была, спорт, еда, правильное питание, я не знаю, просто дарить хорошее настроение, этот человек должен быть позитивным. И, безусловно, свободным, креативным человеком, который может на ходу рассмешить, я не знаю, придумать что-то, рассказать какую-то историю, расположить к себе человека и убедить его в своей правоте. А, безусловно, еще ведущий, ну, должен обаянием, наверное, каким-то обладать. Без обаяния никуда. Значит, если я не стану ведущей, пойду и съем булку, селедку, что еще там я хочу, пиццу и все. Посмотри, слушай, ты что, ходишь в зал? Ты ходишь в зал, что ли? Представляешь, я хожу в зал. Да ладно, там же эти потные мужики и приседаю. Все такое. Там же дышать нечем. Я там приседаю. Ну, мне, конечно, нравится, как ты приседаешь. Да? Желаю вам как можно больше эмоций, как можно больше энергии и сил для того, чтобы это все продвигать и направлять молодежь в правильное русло. Вы профессиональный актер, который ведет, вот теперь ты в теме, вы ведете это шоу уже 10 лет. Просто 10 лет, но тут пришел молодой, юный актер, которому сказал продюсер, намекни ему, что ты
там новая восходящая звезда. Здравствуйте, коллега. Привет. Здравствуйте. Михаил меня зовут. Михаил. Смотрю все ваши передачи, спасибо, все эфиры. Спасибо. Так польщен. За вторг? Не, бумажки, ручки нету, как бы плохо зарабатываю. Пока я не такой известный, как вы, понимаете? Но. Вас уже узнают все, вот бабушки в Собесе, вот ребята в Спортпите, все вас узнают. Вы же ведете вот новая жизнь, уже 10 лет. Уже кто в первом выпуске был, те уже почетные чемпионы России, да? Вот, знаете, что хотел вам сказать? Спорт, да? Жизнь, этот здоровый образ жизни, да, но да. Жизнь-то не заканчивается в качалке. Нет. Ну, есть много всего интересного, нового. Да. Попробуйте попутешествовать. Увидьте мир. Познакомьтесь с новыми людьми. Что вы с родиной постоянно все выходные? Сделайте что-нибудь разнообразие. Отдохните, сделайте отпуск. Вы же каждый год, день в день. Я переживаю за вас. Сидите на глазах. Здоровье самое главное. Понимаете, спорт и здоровье – разные вещи. Нужно путешествовать, отдыхать. Да. Кушать иногда, не только протеины пить, но и отдыхать. А мы как-нибудь справимся, помогут нам, вы не переживайте. Будь внимание, классный канал, переживет она без вас. Ах, вот в чем дело. Отдохнуть, я даже билет уже купил. Вот карта тройка, пожалуйста. Решение еще до конца окончательно не принято. Будем обсуждать с организаторами, с нашими судьями. Посмотрим, чем все это закончится. После кастинга мы отправились к создателю компании Victory Distribution, Виктору Шамину. Первый сезон мы запустили и сами не ожидали, насколько он будет интересен и востребован людям. И второй сезон мы делали его еще лучше. Третий сезон мы хотим сделать на еще более высоком уровне и максимально приближенный к реалиям спортсменов, которые выходят первый раз на сцену. По истечении первых двух сезонов мы поняли, что люди, которые находятся в регионах, не имеют возможности участвовать в нашем проекте. И в третий сезон мы предоставим такую возможность, чтобы ребята могли приехать сюда в других городов и могли жить, и тренироваться, и питаться, и также на равных готовиться со спортсменами, которые уже местные живут в Москве и Московской области. В наш проект попадают разные люди. Кто-то приходит за результатом, кто-то приходит за пиаром. Но все они имеют возможность погрузиться в этот процесс соревнований, подготовки, испытать на себе все эти диеты, режимы жесткие и подводки к соревнованиям. Хотел сказать пару слов для тех ребят, которые хотят попасть на наше шоу, что это шоу все-таки для ребят, которые уже имеют какую-то подготовку. И мы за 1,5-2 месяца не сможем сделать каких-то максимальных результатов, когда человек слишком далек от спорта. Поэтому это шоу для тех ребят, которые уже занимаются, уже ходят в зал. И мы просто можем довести форму для кондиции соревновательного уровня. И даем шанс всем ребятам получить это. Это шоу для тех ребят, которые уже обладают какой-то формой, но чего-то им не хватает. Там мотивации, финансовых каких-то возможностей, либо опыта. И мы даем все это им на нашем проекте. В прошлом сезоне мы делали кастинг в ночном клубе «Микс Автопати». И пришло приличное количество людей, что мы не смогли всех поместить в помещение. И в этом году нам этот же клуб «Микс Автопати» предоставил свою летнюю веранду. И кастинг будет проходить именно здесь. В этом сезоне подтвердили свое участие уже такие команды, как Opti Nutrition, Level Up, VP Lab. И две команды будут представлены от Victory Distribution. Попозже мы узнаем, какие это будут бренды. Финал нашего проекта состоит 2 октября. И на этот раз мы решили выяснить, кто же на самом деле сильнейший среди этих трех сезонов. Поэтому ребята, которые принимали участие в первых и во вторых проектах, могут помериться силами между собой. И также призеры и победители третьего сезона все будут состязаться на одной сцене, и мы узнаем, кто из вас самый сильный. В этом году мы поменяли и улучшили наш приз, сделав поездку на Arnold Schwarzenegger Classic в Соединенные Штаты Америки. И также будет призовой фонд. Новый сезон обещает вывести реалити-шоу на абсолютно другой уровень. Оставайтесь с нами, следите за проектом. Впереди новая жизнь.